Врач прокомментировал возможный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает РИА Фан. Врач объяснил, что глиобластома, одна из разновидностей опухоли мозга, является достаточно коварной болезнью. По его словам, даже если обнаружить болезнь на ранней стадии и пройти курс лечения, это все равно приведет к летальному исходу. «Люди редко живут дольше 5 лет с таким диагнозом», — сказал врач. Он также добавил, что неважно, в каком отделе головного мозга образовалась опухоль, ткани вокруг нее начнут отмирать. Это, в свою очередь, приводит к проблемам в интеллектуальной деятельности и других важных функциях человека. Слова доктора приводит Царьград. Появление глиобластомы обычно сопровождается гипертонией, поскольку, достигая больших размеров, опухоль сдавливает и смещает другие отделы мозга, пояснил врач. Специалист добавил, что рак мозга может стать еще и причиной отеков, кровоизлияний, психических отклонений, галлюцинаций и даже паралича. Журналистам также стали известны цены на услуги клиники, расположенной в элитном районе Московской области, где актриса Анастасия Заворотнюк якобы проходит реабилитацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья из-за прогрессирующего рака головного мозга 4-й стадии. Согласно описанию на официальном интернет-портале медицинского центра, в нем имеются палаты для разных категорий пациентов, от простых граждан с достатком выше среднего до VIP-персон. По информации НТВ, цена за сутки пребывания в палате класса люкс в этом медицинском учреждении варьируется от 30 до 42 тысяч рублей. Вместе с тем реабилитационные услуги дополнительно обходятся от 5 до 50 тысяч рублей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!